Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 26 сентября. Была сделана теплица арочная 3 на 5. Сейчас послушаем отзыв клиента. Мы очень довольны с мужем, что такую хорошую теплицу нам поставили за очень короткий срок. И спасибо дилеру Алене, которая нам все очень хорошо объяснила. И спасибо руководству этой фирмы, который вообще отнесся к нам очень доброжелательно. А уж про монтажников и говорить нечего. Такие хорошие ребята, так делают качественно, хорошо и быстро. Спасибо большое. А откуда узнали про нашу фирму? Мы узнали из нашей газеты. Из газеты? Да, из рекламы. Понятно. И еще у нас там, и в общем, у нас такая плохая теплица развалилась. И вы решили новую заказать в нашей фирме, да? В вашей фирме. Теплица нравится? Очень. Спасибо за отзыв. Спасибо. И вам спасибо за работу. Низкий поклон. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 26 сентября 2016 года. Была построена теплица арочная, шириной 3 метра, длиной 5 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Примерно порошковая окраска. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком и закреплена к бетонному основанию. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. По торцам у нас установлена разрезная дверь-форточка с одного торца и просто форточка с другого торца. Также есть коньковая промуга и система подвязки по две нитки на каждую сторону. Также стоит резиновый торцевой уплотнитель и торцевой профиль на поликарбонате. Стоимость данной конструкции с монтажом и доставкой составляет почти 33 000 рублей.